Всем привет, с вами Прия, и сегодня мы немножечко поговорим об Сда, о битве за Дазар Алор. При патче, как мы прекрасно знаем, сделали сплющивание, сплющили левел, item level, damage, хп боссом. И немножечко об этом поговорим. Сделали full run, довольно-таки долгий, и немножечко объясню почему. Плавно потом перейду, собственно, к Джайне, к основной теме этого видосика. Второй босс для Альянса — это мастера огня и нефрита. У босса просто-напросто 2 миллиона 300 тысяч здоровья, а у барьера, у зеленой сферочки, которую нужно продамагать для того, чтобы боссы вновь стали доступны к нанесению дэмэджа, получению дэмэджа, у этих сферок по 2 миллиона здоровья. То есть вы вдумаетесь, насколько хорошо работает сплющивание в текущий момент. Окей, ладно, дали Геру, дали бурсты, убили, все замечательно, все хорошо. Далее, убили Королевский Совет. Перед Растаханом там есть лифт. В тот момент, когда мы встали на этот лифт, он не работал. Пришлось выходить из рейда и обновлять этот рейд с целью того, чтобы лифт заработал. Далее, Мегакрут. Но это всегда, каждое КД что-то происходит веселое, кто-то кого-то взрывает, кто-то кого-то топчет, но это КД просто цирк дю солей. Цирк Шапито. Я не знаю просто, как назвать то, что происходило. У людей как будто не только порчу забрали, а как будто еще что-то вместе с порчей. Ну да ладно. Джайна. Многие люди мне говорили о том, что «Макс, вы ее не убьете! Нет, вы что? Босс не умирает! Вот я там видел, стримеры уже некоторые ходили на Джайну, они ее не убивали!» А я что? Просто так в эту игру играю? Мы убили ее спокойно за 6 минут. Да, пати набралось хорошее, но потому что у меня зрители самые лучшие, просто вот и все, одетые и понимающие вообще, что делать. Засели в Дискорд, обсудили всю тактику, убили босса за 6 минут. Как-то так. А что тут еще дополнить? На этом монолог мой кончается. Следующие 6 минут будут посвящены убийству Джайны. Вы увидите все моменты тактики, как кто двигался. Касательно ДПСа можете тоже там все глянуть, то есть в нижнем левом углу damage, в правой части экрана будет отхил. Касательно ротации также полосочка присутствует, труфик КД обновился аддон, и все. Также два маунта падает, все замечательно, просто пати нужно теперь чуточку одетое. Если вы идете по зерк тактике, по которой мне очень не нравится босса убивать, то само собой этим левел должен быть хороший. Все, монолог оканчиваю, всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, приятного просмотра вам желаю, дальнейшего убийства Джайны. Все готово, отсчет. Двадцатка по ушам надамагал, хорошо. Половина кайт. Валориум аккуратнее, да? Чеки кривы всегда. Под ноги смотрим. Огненные войд зоны отталкивают, если что. Клиф аккуратно. Разверни в сторону огня, скоро клиф будет. Хорошо, отошли немножко. Клиф в сторону идет, не улетите. Угу. Лавина кайт. Босса добить. Хорошо, хилимся, живем. А БР нет. Идем ко мне. Я квадрат. Идем слева. Вихри прорисованы немножко криво, если что. Так что, ну, аккуратно. Никуда не торопимся.
Ждем всех, у нас 4 хила, мы можем фазу затягивать насколько угодно. Ждем всех. Угу. Играем, играем, двигаемся. Ждем, ждем, ждем. Угу, пошли. Аккуратно ждем там отстающих. Хилы, скорее всего, отстают. Никто не кикает каст. Никто не кикает каст никому. Я сам все сделаю. То, что требуется. Глыбу выбить. Глыба всегда приоритет. Ну, лишние это глыбы не ловить. Нам, ну, типа, непрофитно тусить тут 20 лет. Никто никому не кикает каст. Все, стоим, выбиваем глыбы. А дальше давайте к стеночке даже отойдем. Угу, я квадрат, стоим в квадрате. У нас глыбы еще сзади, ренжи настреляйте. В квадрат, в квадрат, в квадрат, в квадрат. Квадрат. Хилы хилов хиляйте. Дамагер сейви нажмут. Скоро можно будет Джайна дамагать, готовимся. К Джайне подходим, начинаем Джайна дамагать. И глыбы сзади там, ну, покиляйте. Молодцы. Фи***ца, она долго бьется, да? Было бы смешно, если было бы как вчера. Кто-нибудь каст бы, да, типа кикнул? Да, да. Любимый момент. Обидно, я убивал челика из дальней глыбы и сдох в итоге. Ну, сдох и сдох, отдохнул за то лишнее время. Ой, ор вчера был. Так, Кирьяна с первого маунта лутает. Сейчас я скринрейда сделаю, не ливайте пока что. Кто еще? Лутайте сундучок. Шаман, наверное, полутает второй. Лутайте, лутайте сундук. Нет, к сожалению, нет. Значит, это другой лутанет. Еще один маунт, мейби, падает всего. Ну-ка. Сейчас там все лутанут еще сундук. У меня пока черный экран, я не могу залутаться. Ну, долго что-то. Ну, ждем, ждем. А, во, все, царь Асгарда залутал. Все, хорошо. Поздравляю. Все замечательно, два маунта, да? Я скринчик сделаю, секунду. Все, господа, все молодцы, все отлично. Ну, блядь, походы на Джайну, вот, ну, серьезно, только в таком эквипе делать, чтобы вот не было второй лавины, чтобы нормально шотнуть ее на ласт фазе и все такое прочее. Я не думаю, что наберется второй рейд 120-х хотя бы игроков. Поэтому, ну, до следующего КД. Все, все молодцы.